понедельник наступил пятый день пятого месяца по лунному календарю. А это значит, что в Китае празднуют фестиваль лодок драконов. Традиционные гонки на лодках с драконьими головами состоялись в разных регионах страны. К примеру, это уезд Цин провинции Аньхой. Здесь на соревнования собралось 10 команд. Фестиваль лодок драконов имеет 12 разных названий. В том числе его называют праздником Дуань-Удзе. Посвящен он великому поэту древнего Китая Цююаню, который жил в эпоху воюющих царств. Он служил при дворе и не боялся критиковать императора, за что впал в немилость. В итоге он покончил с собой, бросившись в реку. Народ очень любил его. Крестьяне пытались спасти Цюя, отпугивая речного дракона и рыб плеском лодочных весел и барабанным боем. Они также кидали в воду рис, чтобы отвлечь речных обитателей. Отсюда и пошла традиция соревноваться на лодках с головами драконов. В рамках праздника также готовят специальное блюдо из риса – цунцзы. Оно представляет собой пирамидки, завернутые в бамбуковые или тростниковые листья. Фестиваль лодок драконов отмечают не только в Китае, но и повсюду в Юго-Восточной Азии, где есть большие китайские общины.